На берегу Каспия состоялось прощание с летом. Свои двери до следующего сезона закрыл детский оздоровительный лагерь Акбобек. В одном из красивейших мест Казахстана под названием Кендерли провели свои каникулы почти 1500 ребят, рассказывает Татьяна Ковалева. Несмотря на праздник, в глазах каждого закралась грустинка. Уезжать с бархатного берега Каспия совсем не хочется. Тем более в этом году программа отдыха была очень насыщенной и необычной, признается четвероклассник из Жаназена Ержан Кайрат Калиев. В местном творческом кружке мальчик открыл в себе талант певца. А Гаухар Нурберген научилась вышивать крестиком и делать из песка красивые подделки. Этот отдых я не забуду никогда. А какие классные у нас вожатые. Они каждый день придумывали что-нибудь новенькое. Кормили тоже вкусно, прям как дома. Мы здесь чему только не научились. Плавать, петь, танцевать, рисовать. Честно, я не хочу уезжать отсюда. Можно бы было школьные занятия перенести сюда. Вот бы было классно. В этом году маленьких отдыхающих лагеря Акбобек впервые воспитывали по методикам республиканского оздоровительного центра «Балдаурен». К развитию ребят подошли со всех сторон, признаются вожатые. В лагере работало 10 кружков разного направления. У нас за 3 месяца было 6 потоков. И вот в каждый поток у нас была своя тематика. Например, первый назывался «Патриотизм», второй «Да здравствует спорт», потом «Многонациональный Казахстан», «Талантливые звезды», «КВНщики» и так далее. Ребята открывали в себе совершенно новые возможности. Чтобы прощание с летом не было грустным, к ребятам приехали звезды казахстанской эстрады. Своими песнями и танцами они зажгли улыбки на лицах маленьких отдыхающих и подняли настроение на целый год вперед. Каждый пообещал учиться на отлично, чтобы следующим летом вновь оказаться здесь, на лазурном берегу Каспия. Татьяна Ковалева, Ринат Дусалиев, Мангистауская область.